Люди, да что же вы творите, люди? И люди ли вы после этого? Живые маленькие дети, а их как хлам на мусорку в коробке. Ну неужели черт бы вас побрал? Вам трудно дать малышам шанс дососать маму, чтобы они хотя бы начали кушать. Да есть ли в ваших сердцах хоть капля человечности, а? Что ж вы за уроды такие? Не понимаю. Не понимаю и никогда не пойму, куда мы катимся, люди. До каких пор мы будем такими равнодушными, только будем ай-яй-яй, ой-ой-ой, и смотреть, как эти уроды выбрасывают детей. Пусть лохматых, пусть ушастых, но эти дети веками живут рядом с нами, спасая и сохраняя наши жизни. Сколько случаев, когда животные, кошки, собаки спасали нас. Сколько случаев, посмотрите интернет, откройте, забейте в поисковик и посмотрите, сколько случаев, когда они спасают наши жизни. Те, которые кусают, грызут, случается несчастье. В этом тоже виноваты люди. Вот посмотрите, перед вами две разных линии воспитания животного. Один бросается на человека, а другой спасает ему жизнь. И тех воспитывали люди. А потом мы кричим: ой, собачьи стаи, ай-яй-яй, какие они плохие. Нет, друзья, виноват человек. Человек, если можно их после этого называть человеком. Человеки, не люди. Она скелет, но она хотя бы и мордочки помыла, жопки вылизала, а молока нет. Приходится кормить соской. Ну, они спокойнее, по крайней мере, еще раз говорю, она просто их вылизывает. Это уже хорошо. Устала, пошла, легла. Они пытаются сосать, но молока у нее нет. На второй помет ее не хватает. Дайте детям шанс жить. Я не знаю, какие слова еще подобрать. Простите меня. Они на кулаку брата сразу. Так, прибилась, да, к вам? Да, прибилась. Она прям в пару. Я поняла. Ну, клещ уже у нее на этом самом. Ай, тихо, не бойся. Не бойся, малыш. Вот это лапка, вот. Вот это вот, да? Вот это, да, она держит ее. Прихрамывает. Да. А красивущие, а уши какие красивые-то.